В Краснодарском крае начался весенний призыв на военную службу. Российскую армию пополнят молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку. Здравия желаю, товарищи курсанты! Здравия желаю! 1 апреля в России стартовал весенний призыв на военную службу. В армию планируют отправить 147 тысяч россиян призывного возраста. Из Краснодарского края на службу наберут более 7 тысяч человек. В Славянском районе отправятся служить в армию около 200 ребят. Они по мере получения повесток будут прибывать в военный комиссариат по месту жительства на призывную комиссию. В составе призывной комиссии представители военкомата, управления образования, казачества, правоохранительных органов, медработники. Председателем комиссии является глава района Роман Синеговский. Власть представитель комиссии. Призывной комиссии. Да. Гражданин Гроссман Дмитрий Михайлович на призывную комиссию прибыл. Гроссман Дмитрий Михайлович, категория А. Здоров. Если здоров. Готов служить? Да. Категория важности по здоровью. Войска национальной гвардии. Есть вопросы? Нет. Все, пожалуйста, свободно. Весенний призыв продлится до 15 июля. В этот период каждый молодой человек в возрасте от 18 до 27 лет по первому требованию обязан явиться в военкомат. На призывной комиссии с учетом состояния здоровья, семейных обстоятельств, а также обучения в высших и профессиональных учреждениях принимается решение, получит юноша отсрочку от армии или будет призван сейчас, и в каких войсках будет проходить службу. Служить ребята будут в течение одного года.